6 июня, в день рождения великого писателя Александра Сергеевича Пушкина, Южноуральский государственный гуманитарно-педагогический университет организовал необычный литературный флешмоб «Прочитаем Онегина вместе». Более 100 человек, преподаватели, студенты челябинских вузов и школьники города читали со ступени Челябинского гуманитарно-педагогического университета бессмертное произведение Пушкина. Тон чтению задал ректор ЮРГ ГПУ Владимир Витальевич Садырин. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». 2 месяца подготовки ушло на то, чтобы организовать массовое чтение Евгения Онегина. «Сегодня очень большой праздник, сегодня день рождения Пушкина. И нам бы хотелось, чтобы весь город об этом дне и помнил, и радовался, и праздновал его вместе с нами. Поэтому мы и задумали такой флешмоб или такую просветительскую акцию «Прочитаем Онегина вместе». В этом чтении строф из Евгения Онегина мы все 8 глав будем читать, но, разумеется, в сокращении. Участвуют студенты всех факультетов нашего университета. Преподаватели, начиная от ректора и до сотрудников учебного отдела, да, секретарей и лаборантов. Участвуют ЧелГУ журналисты, участвуют режиссеры, и студенты, я имею в виду, конечно, студенты из ДГАКИ. Участвуют члены Пушкинского общества, это пенсионеры, ветераны, любители Пушкина. Участвуют дети, у нас сейчас летний лагерь «Ситикэмп», и детки будут читать строфы из Евгения Онегина. Организатор мероприятия, филологический факультет университета, впервые решился на подобное общегородское мероприятие, но в случае успеха обещают радовать челябинцев и гостей города стихами ежегодно.